В деревне Волынь Новгородского района сегодня состязаются вожатые, только начавшие свою карьеру и опытные. Все они уже победили в муниципальных конкурсах и теперь вступили в борьбу за лидерство в областном. На первый взгляд обыкновенная шкатулка, но для Анны Степановой, которая с детства мечтала работать с детьми, это символ побед. В нее она складывает все самое дорогое. Из последнего воспоминания о прошедшем лете девушка работала организатором культмассовых мероприятий в одном из детских лагерей отдыха. Лагерь – это большущие воспоминания, это эмоции, потому что это моя такая первая работа, основная, где я уже работала в настоящем лагере, а не дневного пребывания. Вот поэтому я готовилась все по эмоциями и думаю, все получится. Я так осознанно готовилась. В числе соперников Анны еще 11 таких же активных, любящих свое дело помощников вожатых. Всего в конкурсе приняли участие 17 человек. 5 из них в возрасте от 18 до 25 лет претендуют на звание лучшего именно в номинации «Вожатый». Илья Виноградов в этом году отмечает свой первый трудовой юбилей, поэтому не понаслышке знает, кем должен быть для своих воспитанников. Вожатый должен быть всем, все абсолютно правильно, и мамочкой, и папочкой, в каких-то моментах лучшим другом, каких-то старшим братом, ну, в моей ситуации, в каких-то ситуациях хорошим учителем, ну, и порой сам иногда быть ребенком. В программе конкурса всем участникам нужно провести интерактив с детьми. Это игры на выявление лидерских качеств в дискуссии. Задание выдавалось на жеребьевке. Кроме того, уже перед жюри представить решение конкретной проблемной ситуации. Например, что делать, если ребенок плачет или не хочет участвовать в общих мероприятиях. Вместе с самопрезентацией до звания «Лучший» три испытания. Будем оценивать умение работать с детьми, профессионализм, психологическую подготовку, артистизм, умение вести себя на сцене. Председатель жюри уверена, конкурс «Лучший вожатый» необходим не только его участникам, но и профессии в целом, поскольку помогает повысить ее престиж и привлечь новых ребят. Кроме того, как же приятно детям знать, что с ними работает лучший в своем деле. Из Новгородского района Кристина Масальцева, Петр Самусов. Новости Новгородское областное телевидение.